Коллективный иммунитет к коронавирусу снижается. Чтобы не допустить новые волны заболеваемости, медики призывают северян сделать прививку. За полгода в Губкинской больнице вакцинацию прошли более 6 тысяч человек. Но этого недостаточно для защиты населения от ковида, уверены медики. Высокий риск возобновления высокой заболеваемости, так называемого подъема заболеваемости, то есть новой волны коронавирусной инфекции. В связи с этим я призываю жителей города прививаться каждые полгода против новой коронавирусной инфекции. В Губкинской городской больнице имеются для этого все условия. В городской больнице в наличии все зарегистрированные вакцины. Это «Спутник Ви», «Пивак Корона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и вакцина для подростков «Спутник М». Напомним, сделать прививку можно по предварительной записи в поликлинике и в порядке очереди в филиале номер 1 по улице Железнодорожная 8А и в ПУРПМ 1.